В общем, сегодня у нас 1 января, вечер, и мы решили сделать с племянником кристаллы. В общем, кристаллики сейчас будем... Только аккуратно заливай. Установили коробку из этого, из картона. Прямо на них там заливай? Да, прямо на них, только аккуратно. Если смотри, не облейся, а? Если на стол попадет? На стол, надо будет вытирать его. Потом они должны, по идее, расти. Да, и вот на такие, да, на все заливай. Так они по бокам тоже, да? Надо будет после этого руки помыть. Они это... В общем, купили мы телефончик. Сегодня у нас 3 января. Купили мы телефон. Папе Кате. 2 января. Ты, походу, заключался 2 января. А, 2? Да, 2. Да, такой, открывай, Кать, покажи телефон какой-то. Так, это на Samsung A32. На все, сколько нам это все удалось? 23,5. 23,450. 490. Сколько? 23,490. Вот. Ну, хороший телефон. На кассе не Все, сейчас домой идем. А, ответим, да. Да, 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 да. Надо отмыть это дело. Короче, в Билайне, в Пятигорске. Город Пятигорск, мы в Билайне на Дзержинского. Это прикольный магазин. Тут, кстати, вот из всех магазинов цены дешевле, чем ну, где-либо. Даже вот напротив есть центр, магазин Samsung. Но здесь тоже дешевле, чем у них в самом Samsung. Ну и плюс еще всякие бонусы, подарки нам дали. Сейчас пошел снег. Вообще в Пятигорске это редкость, чтобы здесь какой-то шел снег. Ну прям сегодня, ну он конечно идет и тает сразу. Не остается, но тоже прикольно. Я сколько раз сюда приезжал, не заставало снег. Сейчас пойдем отмечать телефон. Погода, конечно, классная, где-то плюс 2, наверное. В Москве сейчас минус 17, минус 20, там холодрыга, но нереально. А есть там кайф, вообще. Кайф, европейская зима. Что, пойдем отмечать? И сразу же от этого магазина, сразу кофейня. Сейчас зайдем, отметим это дело. Вот, посмотрим, она недавно открылась. По меню. Давай я покажу людям, какие цены в городе Пятигорске. Так, значит, у нас идет латте американо. Видишь, как это американо? Ну, вот, допустим, не видно, да, вот так вот. Вот, 10 рублей, 80. То есть цены довольно недорогие. Смузи вообще стоит 200 рублей. Это если прям по сравнению с Москвой, так вообще бесплатно. Молочный коктейль 150 рублей стоит. Офигеть вообще. Я уже отвык от таких цен, маленьких.
давай я сниму, как там, первое впечатление. Вкусно. Сырный. Тесто это быстрее, как он бисквит мягенький. Блинка не попала еще, но вкусно. Мне понравилось. А это интересный вкус, как это не. Малина сейчас. Особенный какой там. Одни карамельки. Интересно. Я раньше такого не видел. Сейчас попробую. Спасибо. Очень вкусно попробовали, прям очень бомба. Вот мощный коктейль еще понесли. Прям бадья целого. Ну, в Москве такого нет. В Москве они, по-моему, в раза даже меньше. Везде, и куда мы не ходили. И кофе прям целая баночка. А упаковать там чем у тебя? Раз, соленая карамель. Она трещит, послушай. Трещит? Слышишь? А, ну да, ну я не знаю, на камеру. Треск. Слышно было треск? Попробуй. Сейчас я помешаю. Давай. Уже не слышно? Нет, уже музыка играет. Не-не-не, ну, ну давай, что ты. Фигня. Интересный вкус. Ну, кофе чувствуется. Соленая карамель тоже чувствуется. 22-й брат же купила бы. Я что-то попробую, потом скажу. Ну, в общем, нам понравилось. Очень вкусно. Особенно вот эта вот штучка. Малина фисташка вкусная и в молочный коктейль. Прям классный. Как в детстве. Тебе понравилось, Кать? А? Понравилось? Кого? Что, молочный? Да. Он прям молочный. Остальное вкусно, мне нравится. Очень хорошо. В общем, получается, мы посидели. Знаете, сколько у нас вышло? 1300 всего лишь. Представляете, как мало. В Москве мы бы отдали бы 1000 на 4, наверное. В общем, вышли мы из кафешки с этой, что могу сказать, кафе хорошее, интересное, очень вкусная еда, но единственный минус это кофе, они горелый кофе, скорее всего, просто не умеют делать, не научились, наверное, или не спускают пар с кофемашины. Сейчас мы едем домой, настроим телефон, загружу, сделаю аккаунт, Google аккаунт, загружаю туда эти приложения. Все, снег уже прошел. Кратковременный прошел снег. Мы же в горах. Тут так быстро проходит. Но, ну, меняется быстро погода. Пашука не видно, жалко, он в тумане, в этом, в тумане. Че, поехали? Да. Ну все, погнали.
вот этот бот отключать на него нельзя. Поздно так запустили. Андрей забрал линзу. Теперь я довольный как слон. Самая крутая линза, которая только вообще есть. Сейчас попробую сделать пару кадров. Родственникам продолжается. Продолжаем. Не-не, это видео для Ютуба. Все машем, улыбаемся и машем. Ты не знаешь? А нельзя было фото на память? Почему фото? Будет видео на память. Фото. Андрюша, ты обещал сегодня фото на своим новым этим? Кому он обещал? Пришел.